Ну что ж, еду, качусь по дороге, иногда останавливаюсь, вот как сейчас остановился много, постою, перекурю, так сказать. Трасса была оживленная. Постоянно гоняют где-то курить. Да, как бы, ну, я стараюсь тапку не топить, конечно, еду так 70 км в час, мне достаточно торопиться, некуда, как бы, ну, поэтому, ну, еду не спеша, 70 км для меня, блин, оптимальное время, как бы, между городами примерно, ну, по 500 км где-то так. Между некоторыми даже меньше будет. Поэтому у меня цель от одного города до другого добраться. Другой цели пока какой-то более такой, прям как навигатор показывает, за 2 дня 4 часа, типа, маршрут до Сочи. Ну, у меня такой цели нет, прям взять и ломиться там за 2 дня доехать до Сочей. 3000 там с чем-то километров. Вот. Так спокойно еду на спокойнике, там кемпинги есть такие какие-то в лесу, прикольно остановиться где-то так, стоять. Ну, на дороге, конечно, шумно очень, очень шумно. Нет, движение, конечно, вообще особенно, когда я с Омска ехал, гнал от Запорожья за Сургута, там, блин, сплошным потоком палят фуры за фурой, гонят шахманы, всякую технику, скидают, перегоняют. Но там движение, конечно, вообще прям очень такое. Достаточно, блин, я говорю, практически сплошной поток идет. Здесь Сургут-Тюмень, автодорога такая не особо насыщенная, но есть. Так что вот такие дела пока у меня на данном этапе. Сегодня, кстати, погода налаживается. С утра было я ночевал вчера, да, я выехал из Сургута. Ну, там в Сургуте еще какие дела поделал. Заехал вот к друзьям в Нефтеюганск. Там переночевал в Нефтеюганск. Сегодня вот с утра я выехал с Нефтеюганска. Там было достаточно холодно. Было где-то примерно 3 градуса, поэтому я одет так достаточно тепло. Ну, отъехав, не знаю, это где-то примерно на половине маршрута между Тобольском и Нефтеюганском, тут уже солнышко уже стало вообще, надо будет раздеваться, снимать лишнюю курточку. Вот такие дела. Ну что, до новых встреч в эфире на канале YouTube, в канале Telegram. Ждите новых видео от меня, подписывайтесь, ставьте лайки.